Ого, по 100 долларов. Весьма-весьма недурно. Силовой костюм, это что такое? Одеваем. Что же это такое? О-о-о-о! Друзья, посмотрите, какой... Всем привет, дорогие друзья, с вами Даник, и как же давно мы не играли в Roblox! Это прям ностальгическая игра, и чтобы вспомнить старые добрые времена, я выбрал ультрамощный магнат! Ну что же, погнали! Начнем. Ой, что-то здесь уже начинается. Начинаются какие-то разборки. Так, ладно. Давайте тогда на вот этот синенький. Отлично, выберем силу. Ну, давайте посмотрим, какие силы. Друзья, предлагаю нам выбрать пустоту. Пустотный кинжал, ага. Ну, кстати, интересная суперсила, давайте попробуем. И начнем зарабатывать деньги. Отлично, сейчас у нас 120 долларов, и мы должны немножечко подзаработать и купить себе генератор за 150. Теперь у нас будет в два раза больше денег, а это значит в два раза больше суперсил. Друзья, этот режим создан для сражений. И здесь есть супергерой и суперсилы. Я, например, пустота. Я выбрал силу пустоты. И теперь я супер-супер-супергерой, который будет сражаться против супер-супер-супер злодеев. Вот так вот. Ладно, я, конечно же, шучу. Здесь не супер-супер-супер злодеи. Здесь супер-супер-супер игроки, которые могут прийти и на меня напасть. Но за моей базой есть арена, на которой сражаются разные силачи, которые уже максимально сильно развились. И вот, к примеру, какая у нас будет база, но фиолетовая. Отлично, сейчас мы можем что-то купить. Пустотный кинжал. Ого, какой он крутой. Ха-ха-ха. Ну я прям супермен. Так, еще чуть-чуть, и у нас будет взрыв пустоты. Что же там будет? Интересно. Итак, друзья, давайте... Да что такое? Что тут начинается такое вот? Ну, сет... А, получай! Я-то думал, мы с тобой станем друзьями, а ты... Предал меня. А что пишет этот игрок, интересно? Ага, понятно. Получай! Получай, получай, получай! Так, 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 на, 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 на. Ой-ой, кажется, они могут быть заодно. Да, хотел помочь одному, в итоге помогаю другому. А в конце все двое на меня напали. Это... Ну, это Roblox, друзья. Да, странные они какие-то. Друзья, посмотрите, мы уже получаем довольно-таки много денег. И совсем скоро мы купим второй этаж. Так что я немножко покоплю денег, и мы вернемся. Друзья, можем немножко с кем-то посражаться. О, Нубик, привет. Начинаешь. Тихо, нет! Эх ты. Так, кто это там? Привет, я хочу с вами подружиться. Ого, это что такое? Получай, ох ты ж. У нас тут огромный. Ой-ой, до свидания. Получай. А теперь бой. Кажется, у меня большая проблема. Вот это да. Там огромный какой. Что, я победил этого гиганта? Друзья, вы видите, какой он сильный? Он какой-то либо донатер, либо какой-то сверхсильный игрок. Вы видите, сколько у него сверхсил? Наверное, супермагнат. Это, наверное, он в том доме живет или в том. Ну да ладно, сейчас мы можем вернуться в наш
штаб и купить второй этаж. Ого, сколько стоит лестница? Я на нее не знаю, или накоплю. С такими-то общими... Ну, 11 тысяч это многовато. Ну да ладно. Все, теперь на нас никто так просто не нападет. Что такое? Что-то тут начинается. И... Там высадилась капсула. Давайте на нее сходим. Да-да-да, вон она. Нет, я ее хочу получить. Нет. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Их. Ну ты... Все. Я обиделся. Вот так вот. Ого, ничего себе. Это какой-то, ну, супермагнат. Ну, он прям очень мощный. Посмотрите, какие он сферы делает с шипами, с кубами, совсем. Да, это тот. Это тот. С кем? У нас не очень хорошие отношения. Вот так, вот так, вот так. Нужно с ним махаться. Вот так, вот так, вот так. Не, я этому гиганту ничего пока что не сделал. Но я уверен, скоро мы победим его. Друзья, сейчас, как вы сейчас видите, у меня 36 тысяч. Еще у нас есть немножко дома. И сейчас где-то упадет ящик с припасами. Ну где же? Прям рядом со мной. Это очень круто. И он золотой. Что же здесь будет? Отлично, отлично. Давайте быстрее, пока меня никто не уничтожил. Сколько? 11 тысяч! А нам повезло! Это очень круто. Ну что же, друзья. Прямо сейчас я собираю все свои деньги. У меня 50 тысяч. Покупаю лестницу. Поднимаюсь наверх. Стена 5. Нет. Силовой костюм. Нет. 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 Силовая подушка. Да. 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 И нет. Ладно, давайте еще купим вот это. И 12 тысяч. Мне хватает. И... Ого, по 100 долларов. Весьма-весьма недурно. Силовый костюм. Это что такое? Одеваем. Что же это такое? О-хо-хо-хо! Друзья, посмотрите, какой пустотные частоты идут с меня. Это просто мощь! Это требуется возрождение. Так, попробуем шаг тени. Первое, что вот это вот такое? Мне просто интересно. Пиу. Оп-оп-оп-оп-оп-о. А это? Я очень быстрый, посмотрите. Так, ну что же. Давайте с кем-то попробуем посражаться. А вот ты где, Пикачу. Давай, давай, иди ко мне. Ох, давай, давай, сражаться, сражаться. Сейчас могу попробовать победить своего нового врага. Это такой вот супер Пикачу. Ой, давай, давай, еще чуть-чуть. Нет, 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 нет. О, нет, друзья, вы просто посмотрите. Эх, меня уничтожил какой-то затухать. Да, конечно, перевод здесь корявенький. Но ничего. Сейчас мы опять все возьмем. И сразимся. Ну что же, погнали. Да, я поставила где-то 10 минут АФК, и у меня уже довольно-таки много денег. Я могу купить еще один ультима. Берем пустой сдвиг. Шаг тени. И копим на...
частотный разлом. Представляете, это будет какой-то разлом, который будет выпускать какие-то молнии, а потом... ладно. Не надо перегибать палку. Давайте тэпнемся к ней. Эх, не попал, ну ладно. Нужно быть чуть-чуть выше, чем он, и тогда я точно смогу к нему на крышу забраться. Представляете, какая это будет потеха. Я буду сидеть отдыхать на крыше у своего злого соседа, который очень меня не любит. И теперь давайте... Где он? Даня, беги! Надо бежать! Эх, я промахнулся! Ну ничего, я сейчас должен добежать туда. Так, давайте шаг. Я не использую... И, конечно же, я первый! Ух, мне сегодня везет! Сколько? 7500. Ну, вкусновато, но маловато. Ребята, вы видели, как я был высоко? Вот за что я люблю этот режим. То, что здесь можно быть практически непобедимым. Шух-шах-шух. Я супергерой. Я супергерой. Не, скорее супербоец, потому что я сражаюсь и все. Это еще не все, друзья, я уже предвкушаю контент. Как вы видите, друзья, когда я использую разлом, я могу перемещаться в текстурах. И от какого-то врага я могу уйти с помощью своего добродушного соседа. Ведь он всегда меня примет. Забираем последний ген. Я даже здесь могу делать своего клона, представьте, друзья. А это всего лишь первая суперсила. В следующих сериях мы попробуем другие суперсилы. К примеру, тот же самый лисий хвост. Но мы пойдем на полный сервер. Там будет каждый раз атаки и сражения. Ну что же, с вами был Даник. Вы были на канале Даник Джуниор. Ставьте лайк и подписывайтесь.